спартакиаде команд, сформированных по месту жительства, участвуют самые быстрые, сильные и ловкие школьники. Самые активные участники отборочных турниров, которые все лето проходили на придомовых и пришкольных площадках. Занимались спортом, играли в футбол, баскетбол, волейбол, всем чем-либо занимались. Главное, чтобы не терять свои усилия в спорте. Сегодня команды выясняли, какой из четырех районов самый спортивный. Они гоняли мяч на футбольном поле, играли в дартс, прыгали в длину, бежали эстафету, перетягивали канат, участвовали в веселых стартах. В этом году школьники боролись не только за медали, но и за вот этот кубок. Это футбольный тренер Василий Королев. В Сочи он больше известен как дядя Вася. Он ушел из жизни в 76, в прошлом году. Его памяти и решили посвятить турнир. Василий Королев был не только хорошим тренером, но и большим энтузиастом. Занимался со школьниками на спортплощадке на улице Донской. Это действительно был и отец, и помощник всем деткам, которые жили в округе, особенно на улице Донской. Много очень из неблагополучных семей, и семей, где одна мама воспитывает. И он всем был как отец родной. Все знал. Каждому, кто там требовал такого внимания особого, он приходил домой, интересовался. Он был очень строг, но дети любили его, считали другом, многие отцом и дедом, с любовью и уважением называя дядя Вася. Когда проезжаю мимо площадки на Донской 58, всегда смотрю, там и дети, и уже старшее поколение людей, они играют в спортивные игры. Они, как бы он их приучил к этому. Когда его голос звучал, они сразу выбегали, все вокруг него толпились. Благодаря этому человеку выросло большое количество детей, которые любят спорт. И дай бог, чтобы наши дети любили нас так, как они любили дядю Васю. Любовь к дяде Васе они доказывают на спортплощадке, активно занимаясь физкультурой. Главный приз спартакиады – кубок – решили сделать переходящим. А уже в воскресенье еще один турнир памяти Василия Королева проведут на той самой площадке на Донской, которую сочинцы до сих пор так и называют – площадка дяди Васи. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ВКТ.